Завершился региональный этап конкурса молодых профессионалов WorldSkills. Воскресенский колледж стал площадкой для двух компетенций или направлений этого состязания – напольные покрытия и видеопроизводство. Соревнования длились почти неделю, и вот недавно в главном здании учебного заведения прошло награждение победителей одного из направлений – компетенция видеопроизводства. Хотя и звучит простовато, оно на самом деле представляет собой настоящие съемки фильма. Участники прошли все этапы сложной подготовки и столкнулись с теми же трудностями, что и настоящие режиссеры-документалисты. Конечно, сейчас очень легко. После сдачи проекта стало очень легко на душе. Проект проходил тяжело, было немало каких-то курьезных ситуаций. Но, в принципе, все вроде бы справились. Я тоже. Как раз-таки именно на практике познается весь кайф этой работы. То есть приятно видеть результат своей работы. То есть ты отснял материал, загрузил его на тайм-линию, и уже в процессе монтирования ролика ты видишь свой результат, на котором ты понимаешь, для чего ты все это сделал. Наректа Тивасян, учащийся второго курса Воскресенского колледжа, стал вторым в компетенции видеопроизводства. Также у студентов наших СУЗов первое и второе места в компетенции напольное покрытие. Это Максим Анциферов и Александр Щербаков. Соревнования по обоим направлениям судит компетентное жюри. Здесь они называются экспертами. До этого я выступал уже в этой компетенции в роли участника, и вот в этом году у меня появилась возможность выступить в роли эксперта и получить новые знания для себя. И да, действительно, я увидел эту компетенцию с другой стороны и почувствовал себя в роли судьи. Мне было действительно интересно принимать участие в оценивании. WorldSkills – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий. Эти золотые ручки нужны не только стране, но и миру. Система сродни спортивной. Молодые люди, оказавшиеся лучшими, проходят следующий этап более высокого уровня и так вплоть до международных состязаний. Повысился уровень подготовки ребят, конкурсантов и в то же время экспертов. Эксперты повысили свои навыки и подтягивают будущих молодых специалистов. Мы уверены, что и в дальнейшем мы, выезжая на национальный чемпионат, который пройдет в следующем году в городе Новокузнецк, повезем туда очень подготовленную команду от московского региона. Я в этом году понимаю, что мы шагнули еще на более высокий уровень. В этом году были представлены ролики еще выше. С каждым годом соревноваться нам становится все сложнее и сложнее, и это к лучшему. Должны побеждать лучшие из лучших. Конкурс профессий состоялся благодаря слаженной работе педагогов, наставников и экспертов чемпионата. Победители войдут теперь в расширенный состав сборной Московской области и отправятся на следующие соревнования. Татьяна Колганова, Руслан Полянин, новости из Искровект.